Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный и полезный витаминный салат. Для этого нам понадобится кабачок, яблоко, брокколи, листья салата, сушеная клюква и орехи. А для соуса мы будем использовать горчицу, мед, оливковое масло и сок лимона. Салат готовится очень легко и просто. Для начала мы порежем кабачок и брокколи. У брокколи ножку мы использовать не будем. Теперь мелко порежем яблоки. Косточки, конечно, надо удалить. И добавим листья салата. Можете использовать любые листья салата, которые вам нравятся. Также очень хорошо подходят руккола и шпинат. Теперь измельчим орехи и добавим их в салат. Я буду использовать грецкие орехи и орехи пекан. И также добавлю сушеную клюкву. Заранее клюкву я замочила в теплой воде буквально на 2 минуты. Теперь приготовим соус. Мы смешаем горчицу, мед, оливковое масло и сок лимона. Теперь в салат добавим соль по вкусу и заправим его соусом. Друзья, салат готов. Всего пару минут и получается очень вкусный и полезный салат. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт. И обязательно пишите комментарии. Нам очень приятно читать ваши отзывы. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новых рецептов. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!